Какие привычки есть у счастливых людей? Как им удается быть счастливыми, даже если у них не всегда гладко идут дела? Самая главная привычка, на мой взгляд, которая мне здорово помогает по жизни, это приоритетность ценностей. Нет ни одного человека на этой земле, ни одного, вне зависимости от нулей, там, я не знаю, на счетах или еще где-то, у которого бы не было стрессовых ситуаций, каких-то изменений по жизни. И как только человек садится с кем-то близким, а все хотят иметь рядом близкого, надежного, честного, доброго, любящего, самого родного, самого замечательного, и начинается разбор полетов, поверьте мне, всегда у каждого из нас в тех ситуациях, в которых мы попадаем, есть выход. Есть выход, когда человек предает себя, предает ситуацию, предает своих близких и начинает рассказывать о том, что он не сможет, он проиграл. Нельзя паниковать, потому что как только вы включаете кнопку паники, вам придется выплачивать, оплачивать и растрачивать как денег, материальных ценностей, любого формата психологических, психических ресурсов, эмоциональных каких-то затрат в два, а то и в три раза. Как только вы берете за привычку, что на сегодняшний момент ситуация, идущая на вас в лице человека или просто там какой-то ситуации, да, что-то перестает получаться, значит, к вам подходят изменения, с которыми вам необходимо справиться. Для того, чтобы справиться, вам нужно точно вспомнить, о чем в ближайшее время, буквально неделю, две, три, месяц максимум назад, вы заявляли позицию, чего вы хотели. Как только вы вспомните, чего вы хотели, и сразу начнет понимание, что вот она распаковочка с тем качеством, с тем содержанием, которое вы сейчас имеете у себя, да, или вдвоем, втроем, с кем вы там. Эти качества не соответствуют вашему «хочу» через какой-то промежуток времени, как изменения должны произойти. Это просто изменения, с которыми вам нужно справиться. Ничего страшного не происходит до тех пор, пока человек, его сознание находится в развивающемся состоянии. Ему нужно просто найти выход. Это как та головоломка, как тот лабиринтик, как та игра, которую нужно пройти с наименьшими потерями и с наилучшим результатом на данном этапе. Единственное условие, когда человек отморозок и уже ничего святого нет, из-за сознания замкнулось на разрушительной системе, и агрессия является единственным побудительным фактором, то этого человека надо уже останавливать другим способом и другим путем, потому что он просто все рушит, все убивает на своем пути. Но мы говорим сейчас о большинстве из нас, которые каждый раз в таком паническом состоянии шока пытаются увильнуть, пытаются перекинуть на кого-то какие-то свои нерешенные задачки и тем самым отбрасывают себя в прошлое. Мы уже на стриме с вами говорили, что у нас есть два действия, по которым мы можем характеризовать, что люди хотят попасть вновь в прошлое. Одни замедляют и тихо гадят, вторые противопоставляют агрессивно и даже слышать ничего не хотят и просто на все говорят «нет». Это, знаете, такая очень примитивная форма остановить ситуацию, потому что изменения, которые нужно произвести, человек без конца или оттягивает, или отрицает. Как только вы попускаете, никто вам на голову ничего бросать не будет, и вы потихонечку, сознанием дела, чуть-чуть начинаете попускать, как рогатку, не сразу, а чуть-чуть спускаете вот тормоза и начинаете меняться, признаете, что вы недостаточно совершенный, недостаточно гармоничный, недостаточно еще там красивый или еще там у кого какие заморочки, тогда у вас появляется возможность мало того, что исправить ситуацию, которая вас начала серьезно напрягать, так еще и измениться самому. Вот это основная привычка, когда человек может посмотреть с другой стороны на ситуацию, которая происходит. И самое главное, позволить себе это сделать, не бросаться или не падать, да, две крайности, а устоять, именно устоять и сделать шаг, не обижаться ни на кого. Не агрессировать ни на кого, а искать выход
Всегда в ситуации, с которой вы сталкиваетесь, нужно убрать стресс и панику, выдохнуть и сказать, ну это еще не самое страшное, с чем мне придется, наверное, по жизни столкнуться. Так что с этим мы сейчас сядем и разберемся. И поверьте, у вас все будет решаться. Всегда.